Как приготовить винегрет? Винегрет – самый полезный салат. Наряду с салатом оливье его называют русский салат. Делают его из отварной свеклы, моркови, картошки с добавлением соленых огурцов, квашеной капусты и отварной фасоли. Заправляется он подсолнечным маслом. Классический винегрет – это не салат, это заправка на основе винного уксуса и оливкового масла. Используется для заправки зеленых салатов. Нам понадобится 1 свекла, 1 морковь, картофель 2-3 штуки, квашеный огурец 1 штука и 50 грамм квашеной капусты, сладкий и зеленый лук, свежий огурец 1 штука, фасоль 50 грамм, соль, подсолнечное масло. Овощи моем и варим или запекаем. Вкуснее запекать. Можно запечь в микроволновке. Морковь будет готова через 12 минут, свекла через 20, картошка через 10 минут. Остужаем и чистим овощи. Фасоль можно отварить или купить готовую, консервированную. Картошку и морковь нарезаем кубиком. Соленые огурцы тоже кубиком. И свежий огурец тоже нарезаем кубиком. Лук хорошо подойдет красный или шалот, можно замариновать его в уксусе. Вместо репчатого лука можно добавить зеленый лук. Складываем все овощи в миску, солим по вкусу. Свеклу нарезаем кубиком и поливаем маслом, смешанным с 3-4 каплями винного или яблочного уксуса. Смешиваем свеклу с остальными овощами, заправляем маслом и наслаждаемся. Салат вкусный, когда он приготовлен сразу, пока овощи еще теплые. Прекрасно его подавать на завтрак. Приятного аппетита!